Привет, YouTube. Секунду, мне звонят. Алло. Добрый день, это Конусова Екатерина Михайловна. Да, это я. Здравствуйте. Вас беспокоит финансовый отдел мониторинга Хренсбанка России. Меня зовут Александра Наебановна. Очень приятно. А скажите, пожалуйста, вы совершали вход в ваш Хренсбанк онлайн 20 минут назад? Нет. Угу. Дело в том, что система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет с города Шмыгдастань. А также была попытка списания денежных средств в размере 50 тысяч рублей на карту Блинбанка. Скажите, вы проводили данную операцию? Нет, я ничего такого не делала. Хорошо. В таком случае, уважаемая Екатерина, я вынуждена зафиксировать мошеннические действия и временно деактивировать ваш Хренсбанк онлайн. Так, подождите. По-моему, вы мне вешаете лапшу на уши. У меня даже нету карты такого банка. И я знаю, что это развод. Поэтому, пожалуйста, не звоните мне больше. Пошла ты нахуй, коза! Воу. И, ребята, это не шутка. И точно такой же разговор почти один в один произошел со мной в реальной жизни. На мой номер позвонили банковские мошенники и осуществили мечту почти всего Инстаграма. Лично послали меня на 3 буквы. И даже больше скажу, пока мы готовились к съемке этого видео, представляете, сидели вечерком, мне опять позвонили мошенники якобы из Альфа-банка и пришлось им передать персональный привет. Из-за чего изначально мы с вами связываемся, а не просто отправляем вам уведомление о том, что кредит вам одобрен. По той причине, что реквизиты зачисления данного кредита, то есть персональные, ваши данные были указаны на ваше имя и на ваши личные данные, так скажем. Но зачисление данного кредита должно было произойти не на вашу карту Альфа-банк, которой вы пользуетесь постоянно, а на карту банка MasterCard Sberbank. А как нам отменить сейчас эту заявку, этот кредит? Данную заявку мы можем отменить, когда перепродажем ваш номер телефона личный, чтобы убедиться, что вы являетесь клиентом нашего банка. Я вас переподключу на роботизированную систему Альфа-банка, в которой вы со своих слов скажете, что вы отказываетесь от потребительского кредита, а также 4-значный код, который будет у вас ушло уведомление, которое вам сказали. Давайте. Анастасия Владимировна, это YouTube-канал Кати Конусовой. Вы прям по адресу попали. Вот сейчас открывайте YouTube, теперь следуйте моим инструкциям. Открывайте YouTube. У вас же есть, да? Компьютер. Открывайте YouTube прямо сейчас. Вбивайте Катя Конусова. Мы с вами встретимся в новом выпуске. Вы можете себя услышать. Вот, очень надеюсь, что ваши родственники, близкие узнают вас. Так обманывать людей нельзя. И да, еще раз привет Анастасии Владимировне. Ставьте, пожалуйста, друзья, лайк, если вам тоже хоть раз звонили банковские разводилы. Только осторожно, не сломайте мне YouTube. Просто согласно статистике, в одном только Сбербанке за первое полугодие 2020 года было зафиксировано почти 3 миллиона обращений о попытках обмана. А это вдвое больше, чем за весь 2019 год. И только прикиньте, всего за 8 месяцев этого года банку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. 40 миллиардов. И это только один банк. А звонить могут от имени любого другого банка. И, честно говоря, меня эти звонки уже просто достали. И судя по количеству ваших запросов, вот, вас тоже. Поэтому, друзья, в этом видео я решила углубиться в теорию вопроса и рассказать вам, кто такие банковские мошенники, как они работают, откуда они берут наши данные с вами. Ну, а также я взяла небольшой комментарий у бывшей работницы такого мошеннического колл-центра. Ну, чтобы раскрыть парочку свежих схем, и чтобы вы на них ни в коем случае не попадались. Друзья, в период пандемии важно дважды, а то и трижды позаботиться о собственной безопасности. Соблюдать дистанцию, мыть и обрабатывать руки, носить маску в общественных местах. Также важно пользоваться теми сервисами, которые заботятся о своих пользователях. Яндекс.Гоу как раз из таких. Для партнеров Яндекс.Гоу по всей России расположены действующие пункты дезинфекции, где они получают маски, перчатки, антисептики. Яндекс.Гоу отдает приоритет по заказам машинам, прошедшим дезинфекцию. И после каждой поездки водитель проветривает салон. А еще существуют пункты медицинской диагностики для самих водителей, где они могут проверить состояние своего здоровья. Перед каждой поездкой сервис обязательно напомнит вам о маске специальным пуш-уведомлением. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Но чтобы вы могли самостоятельно контролировать уровень соблюдения правил, в приложении появилась функция, которая позволяет отметить наличие или отсутствие масок у водителя и самого пользователя. Но, пожалуйста, не забывайте о взаимной ответственности. Водитель тоже может воспользоваться этой функцией для контроля общей безопасности. Также Яндекс.Гоу запустил проверку водителя на наличие маски с помощью биометрии. Так что, друзья, будьте уверены, Яндекс.Гоу – история не только про безопасность на дороге, но и про безопасность внутри машины. Всегда приятно пользоваться теми сервисами, которые заботятся о вас.
И давайте, наверное, начнем с самого главного. Откуда, в принципе, берутся эти мошенники? И почему их не сажают? Да потому что половина из них уже сидят. И известно, что внушительная часть таких вот колл-центров базируется в СИЗО, то есть в колониях строгого режима. И каждый второй или третий звонок по статистике идет из мест не столь отдаленных. У людей, которые этим занимаются, есть свое название. Или, как говорится, погоняло. Их называют звонари. В разговоре они иногда переходят на жаргон, а бывает и просто просят о помощи. На этом их и запалили. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в своей колонке для The Insiders рассказывала как раз об обращении вот такого персонажа в адрес фонда. В нем сообщалось о звонке из типичного псевдо-колл-центра, в котором в какой-то момент отработанный сценарий прервался. И полушепотом произнесли: «Помогите, ИК-47». Несложно найти, что ИК-47 – это исправительная колония в городе Каменск-Уральске Свердловской области. Вот такая вот она красивая. Однако в ГУ ФСИН по Свердловской области заявили, что фактов совершения осужденными мошеннических действий в регионе выявлено не было. Типа, это не наши СОС, идите лесом. Но Ольга Романова уверена в том, что это заключенных вынуждают заниматься мошенничеством именно руководство зон и СИЗО. Им вручают оборудование, ведут подсчеты, кто из звонарей приносит больше прибыли, а кто меньше. Тех, у кого разводить людей получается плохо, лишают еды и бьют. Ну, такая, знаете, жесть, ребят. Выходит, фальшивые колл-центры – очень удобный и даже рабский бизнес. Зарплату сотрудникам платить не нужно, ничего оформлять и оплачивать налоги тоже. Ни корпоративов, ни перерывов, ни отпусков. Одна матросская тишина. Плюс ко всему, это закрытое учреждение, и с улицы в СИЗО с проверкой не зайдешь, не предупредив начальство, которое с наибольшей вероятностью, возможно, замешано в схеме. Недавно Сбербанку надоели жалобы клиентов и потери бабла, и они договорились с операторами сотовой связи, чтобы те сопоставляли координаты источников мошеннических звонков с координатами тюрем и СИЗО. И вышло, что только в августе этого года из одного учреждения в СИН совершили почти 700 звонков, из другого 600. А из московского СИЗО номер 1 только 225. Почему так мало? СИЗО номер 1, известное также как «Матросская тишина», в июле обшмонали на предмет тюремного колл-центра. Из своих камер они названивали клиентам Сбербанка и обманным путем похищали у них деньги. В время обыска в камере нашли немало запрещенных предметов. Более 20 мобильных телефонов, Wi-Fi роутер, сим-карты, зарядные устройства. Словом, все необходимое для комфортной работы в сети. Давайте сразу аккуратненько выкладывать все, что есть, и это все запечатлеть. Изъяли в камерах симки, телефоны и прочую технику на сумму не менее, внимание, друзья, 7 миллионов рублей. И нашли двух виновных, рядового инспектора и опера. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ уверены, что именно они держали тюремный колл-центр, где работало до 50 сотрудников, которые делали в среднем 20 тысяч звонков каждую неделю. А теперь оценили масштаб. Если раньше наличие телефонов у заключенных оправдывали тем, что их заключенным приносят родственники, ну там адвокаты, ну вот так народ поступает, носит своим, мол, жалко их, делать там в тюрьме нечего, поэтому держи телефон. Однако в режиме тотального локдауна, когда любые визиты были запрещены, количество звонков не то чтобы не уменьшилось, а оно только выросло. Ну потому что в карантин на территорию колонии СИЗО не ступала ни одна лишняя нога, которая могла бы помешать поставке нового инвентаря и, ну, не знаю, там расширению уже какой-то отработанной схемы. Поэтому у нас в карантин и увеличилось число таких звонков. Мне вот, например, все мои знакомые жалуются. Обострение какое-то. И после этой проверки ФСИН заявил о том, что попросит 3 миллиарда рублей из госбюджета на оборудование, которое будет глушить сигнал сотовой связи в тюрьмах и колониях. Однако в том, что это будет работать, есть большие сомнения. Ну, во-первых, без связи останутся не только заключенные, но и сотрудники исправительных учреждений. И любой другой, кто по какой-то там причине окажется поблизости. Во-вторых, при постоянной работе электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье. Ну и в-третьих, если руководство тюрем и СИЗО все-таки сами держат эти колл-центры, то глушилки будут включать и отключать тогда, когда это нужно. Впрочем, по данным группы IB, а это одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничества, они заявляют, что ситуация в этой сфере уже меняется. И сейчас все больше колл-центров работают, ну, так скажем, на воле. Иногда даже за границей. А в этом случае для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне. И в целом отследить все это очень сложно, даже для правоохранительных органов. Но иногда с такими заграничными мошенниками некоторым удается поболтать по душам. Вот в ТикТок слили рассказ такого звонаря с доходами и лирическим отступлением. Я просто понимаю, знаешь, сколько я звоню людям целый день? Это пиздец. У меня голова кипит уже. Говорить одно и то же, это пиздец. Ну зачем ты этим занимаешься? Кушать хочу.
Работа должна приносить удовольствие. Я сижу в офисе и разговариваю просто с людьми. Ну подожди, тебе по сути приносит удовольствие разводить людей на деньги? Да. Это, знаешь, это как вроде бы искусство, понял? Я, короче, получаю процент. 10% с каждой суммы. Допустим, если я, типа, на 50 тысяч, понял, я с него получаю 10%. И сколько ты так можешь настрелять? Короче, смотри, в неделю заработная плата у меня составляет от 150 до 200 баксов, короче, в неделю. Получается, судя по заработку, такой вот работничек колл-центра обкрадывает народ на 2000 долларов в неделю, а в месяц на 8000 долларов. То есть как минимум на 600 тысяч рублей. Это только один сотрудник. А сколько таких всего, ну просто представить страшно. Но как им удается пудрить нам мозги? Например, часто звонки и смс поступают прямо с номера Сбербанка. 900, знаете этот номер, да? Даже порой и подвоха не заподозришь. Но сделать это проще, чем кажется. В интернете очень легко найти сервисы по подмене номера телефона. Простая технология дает возможность совершать звонки с браузера, а номер, который должен будет отразиться у вызываемого абонента, вы указываете самостоятельно. Также меня заинтересовало, а как они при звонках создают вот этот вот эффект шума офиса? А ничего сложного? Это обычная запись. Но теперь вопрос поинтереснее. Это их схемы развода. Мне написала в бот девочка-подписчица, которая работала в таком вот колл-центре и анонимно дала комментарий. И вот как у них там все это происходило. Все начиналось с того, что нам давали каждый день базы. Базы у каждого сотрудника были разные, и мы должны были обзванивать. В базах было по 100 человек, но в день нужно было обзвонить минимум 1000. Мы брали в разработку человека, если у него было больше 50 тысяч на карте. Но есть люди, которые брали в разработку, скажем так, человека даже с 1000 рублей. У нас есть, кстати, насколько я знаю, несколько звонков. Это звонок полиции, звонок робота и смс-ка с номера 900. То есть, если человек сомневается очень сильно, но у него есть деньги, то готов отправить смс-ку с номера 900. Но это происходит нечасто. Можно, если у человека нет денег, можно взять на него кредит. Для этого можно попробовать, чтобы он назвал свои цифры роботу. Есть дополнительные вопросы, чтобы втереться в доверие. Когда вы последний раз были в нашем банке? Ничего не показалось странного в сотрудниках нашего банка. Вот. И человек понимает, что ага, может быть, что-то в сотрудниках банка не так. И, типа, они могли что-то продать, допустим, базу. И человек доверяет. Мы не спрашивали пин-код от карточки, не спрашивали цифры никакие, абсолютно. Человек сам отдавал, по сути, деньги. Задача предстояла в том, чтобы втереться в доверие, и в итоге человек пошел в банкомат и переоформил карточку. Человек подходит к банкомату и кладет деньги на свою новую карточку. Новый счет, который Сбербанк для вас специально открыл. На самом деле никакого нового счета, естественно, счета, счета никакого, естественно, нету. Все деньги уходят абсолютно. Но чаще всего схема самая простая. Звонящий представляется сотрудником известного банка. Обращается к вам по имени и сообщает о подозрительном переводе с вашей карты или, например, о входе в онлайн-банк в странной локации. Далее они уточняют, совершали ли вы такие действия и выносят неутешительный вердикт. Доступ к вашей карте заполучил мошенник. Но, пожалуйста, не переживайте, мы зафиксировали подозрительные действия и заморозили транзакцию. Далее, чтобы якобы вернуть ваши деньги обратно, сотрудник банка может попросить назвать вас данные карты, включая 3 заветные цифры на обратной стороне. CVV-код. Бывают схемы более хитро выдуманные. Один раз моему редактору позвонил такой вот мошенник и стал затирать, что ей срочно нужно скачать TeamViewer на смартфон, то есть программу удаленного доступа. Обычную такую, знаете, из маркетплейса. Но при этом он сказал, что это особенная программа, ее разработал Сбербанк для помощи клиентам. И даже не важно, что мой редактор закрыла карту Сбербанка полгода назад. Или вот, пожалуйста, мне затирали, что пришлют пуш-уведомление с номером. Я должна буду проговорить какое-то подтверждение в роботизированную программу. Скорее всего, они бы после этого просто заполучили доступ к моему счету. Но соль всех этих разводов в том, что вернуть деньги, украденные таким способом, ну, практически невозможно. Потому что клиент, хоть и обманом, но добровольно переводит деньги и подтверждает транзакцию. А отменить обычный банковский перевод, к сожалению, нельзя. И, конечно, не стоит забывать, что в ходе разговора с мошенником они могут попробовать повесить на вас кредит. А как мы знаем, кредит по фотографии – это не миф, а, к сожалению, реальность. Об этом, кстати, я рассказывала в одном из прошлых видео. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите. И заполучить наши данные сейчас, к сожалению, проще простого. Базы номеров сливают сами сотрудники банков, сотрудники полиции. И их можно приобрести не только в глубоком и страшном даркнете, но и даже забив пару запросов Гугле. И такая доступность, к сожалению, очень пугает. Потенциальными жертвами мошенников, как правило, являются люди более старшего поколения. Ну, во-первых, у них с большей вероятностью могут быть какие-то приличные суммы на картах. Ну, а во-вторых, они, давайте так честно, более доверчивы. В особенности пенсионерам.
Но, к сожалению, каждый день в своем боте вижу, что и молодые ребята попадаются на этот развод. Поэтому, друзья, запоминайте и предупреждайте своих родителей, дедушек, бабушек о том, что настоящие сотрудники банка никогда не просят называть конфиденциальные сведения, такие как полные реквизиты карты, пин-код, CVV, пароль от онлайн-банка и цифры из СМС. Также они никогда не требуют совершать операции с картой. И вот типичный пример странного СМС. Сразу просят позвонить по подозрительному номеру. А вот настоящий СМС от банка. Код сообщать категорически запрещают и отсылают на официальную службу. И, к сожалению, на данный момент самый действенный способ проверить, звонит вам мошенник или сотрудник банка, бросить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на вашей карте. А правоохранительные органы до сих пор думают, как их всех отследить. И такое чувство, что обман просто изживет себя. Ну, потому что все больше людей о нем узнают и уже не ведутся. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока. Алло. Добрый день. Это... Тьфу, еще раз. Меня зовут Александр Наебизнович. Наебизнович. Наебаловна. Наебизнович. Подожди. Наебиновна.